Так, всем привет, мы с Павлом Дюбок, и мы продолжаем играть в игру Майнкрафт. И продолжаем открывать прикольные моды. Это уже шестая часть, кажется, не помню. Да, шестая часть, да. Ну и перейдем к сегодняшнему моду. Это у нас, этот мод сегодня у нас добавит рюкзаки в игру Майнкрафт. Я вам докажу это. Во-первых, самый обычный рюкзак, который добавляет этот мод, это обычный рюкзак. Что мы можем с ним сделать? Давайте как. Левую кнопку мышки и какая-то знакомка и положить в него всякие все вещи не нужны. Ой, еще ну ладно. Но покажу вам по более интересных рюкзаках. Покажу еще более интересные рюкзаки. Чтобы сделать другой рюкзак, нам нужно будет сделать шерстяную кожу. Она делается вот так. Это нет, не так. А сам-то вот так меняется, ну, чем такую вот штуку. И с помощью нее мы уже сможем сделать лучшую штуку. Покажу вам это сейчас. Мы должны положить эту штуку сюда и углы вот именно сюда. Ну, получим. Сейчас вам покажу. Вот столько вот. Вот нам вот этих штук. И что можем с ними взять? А с ними уже реально можем делать лучшие рюкзаки. И мы сделаем первый рюкзак. Мы должны наложить вот эти все штуки вот так. Получаем большой рюкзак. В нем вырастается вот сколько места. Это вам пригодится, если там идете куда-то в поход и т.д. Сундуки, что не будете с собой брать, а это вам поможет еще как. Ну, их можно красить. Это большой плюс. Итак, чтобы их скрафтить, ну, покрасить, да, сначала нам надо сделать один цвет. Чтобы делать красный цвет, надо вот так выложить. Все, вот так, вы сейчас видите на своих экранах как. И положить в середину красный цвет. Мы получим такой красный, понимаете? Красный. Макспак это вот, если красить, это для того, чтобы, наверное, поможет вам различать рюкзаки. На сервере, например. И... С красного уже можно переделать в другие цвета, в зеленый, какой вы хотите. А, кстати, можно с самого начала вот так и сделать? Ага, ну, короче, вы уже все как хотите сделать, а потом уже взять ваш любой цвет и вставить сюда вот цвет. И все, вы получите любой цвет, какой вы хотите. Так нельзя, нет, можно сделать ладно. Вот такой у нас мод, а теперь мы перейдем к следующему моду. Я выключаю запись. Еще мы когда вы два вида сундуков. Еще у нас есть сундук энд. Ну, да, сундук энтер, а мы получаем такой энтер. Бэкпэк. Мы сюда сам ставим все ненужное. Да, я не могу поставить почему-то. Странно. Подождите, что такое? Странно, не могу тут ничего уложить. Может, подождите. Может, один выкинуть, подождите. Нет, не работает, почему-то не могу сюда поставить эти штуки, так что не знаю, что эндером произошло, может вы знаете, я что-то делаю не так. А теперь, и следующий посыл у нас. Рюкзак, это у нас рюкзак очень прикольный. Я забыл показать эти два рюкзака, потому что я знал о них. Все, зашел, увидел, что 7000 рюкзаки. Ну, можем сюда поставить верстак, и будем такой, вот такой вот верстак. В общем, можно улучшить. Вот, кажется, можно улучшить, я это точно не знаю. Потому что его крафт не видел, потому что крафт я его не видел, я просто увидел, когда ходил тут. Понимаете, я увидел вот эти две штуки, поэтому подумал, что она к этому может красавиться. И что же это такое? Это у нас, можно так сказать, рюкзак-верстак. И если скрафтить, то можно еще вот эти, писать сюда, и крафтить там что-то. Ну, короче, вот такой прикольный мод, а те уже точно прикольные с следующему моду. Я выключу запись. Точно уже. Итак, ребят, продолжаем. Честно, у нас очень маленький мод. И он добавляет нам одну еду. Это Джей Куб. Это такой Джей, можно сказать, Джей, но точнее это слизь. И ее нужно кушать. Но так как у меня еда все время никак не может убраться, я ведь прыгаю, бегаю. Вот, два раза бывает, то есть. Вперед нажимаю и все. Я бегаю, ничего. Короче, я не знаю, как сделать так, чтобы у меня перестал. Ну, точно начал голодать, я так не знаю, как это сделать. Так что вот так. Вы спросите меня, как сделать этот куб? Она поможет крафтинг гайд.
Чтобы взять этот куб, нам нужно два сгустка с изи. И вот нам останутся все вот эти ханги штуки, и как это называется, еду, все, даже все с нуля, но прямо все. Это очень читерский мод, я его, не знаю, наверное, удаю потом. Короче, это очень читерский, поэтому я вам не советую его брать, если вы не читер, конечно же. Но я вам не могу доказать, что он читерский и т.д., потому что у меня не работает ханглита штука. Может, если сложно играть, то может начну голодать. Нет, я не начну голодать. А нет, начну. Подождите, сейчас проверим. Так, я набрал одно сердечко. И вот это, я не знаю, как это можешь поставить? Говорят, не знаю даже, как это делать. Так что, едим его. Странно, в Муни писалось, что он восстановит все жизни. Значит, нас вот обманул. Он говорит, что он восстановит все жизни, но он восстановит 3 жизни, так что это уже не такое читерство, как ожидалось. Я ждал, что он сейчас нам знаете, что делать. Но он так это не таким читерским, как я ждал от него. Так что, ну, читерский, посмотрим, был Спанч, Боб, Слайд, Лайд, Писан, Танцем, Боб, Чего, еще раз, всем пока. Пока все-таки попадают. И Буки.